В стране выздоровели 56 379 пациентов, у которых ранее подтвердили коронавирус. Зарегистрированы 65 443 человека, заболевших COVID-19. Лаборанты провели 1 151 734 теста. Эти данные приводит Минздрав. Между тем, свыше 2000 человек уже прошли медицинскую реабилитацию в здравницах Синеокой. Люди восстанавливаются и в РНПЦ, медэкспертизы и реабилитации. В апреле заведение перепрофилировали для ковидных пациентов. С 20 мая подключились центры оздоровления, которые курируют Минтруда и соцзащиты. У нас вся аппаратура и все физиолечение направлено на обезболивание при заболеваниях опорно-двигательной системы. Ну и плюс еще сердечно-сосудистые у нас тоже как бы воздействуются. Ну, магнит вот после таких вот простудных заболеваний очень хорошо снимает воспалительный процесс. Средств индивидуальной защиты достаточно, вакцинация в перспективе. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он отметил, в стране налажено производство антисептиков, масок. Система здравоохранения в полной мере справляется с задачами, которые возникли с учетом эпидситуации. В то же время борьба с коронавирусом не повлияла на качество оказания медицинской помощи другим пациентам.